Знаете, что я поняла за эти дни, рассматривая вместе с вами ежедневно картины разных авторов и эпох? Что просто смотреть на одну картину совершенно бесполезно. Ну, то есть краски, мазки и общее изображение, конечно, видишь. Оно может тебе нравиться или не нравиться, но в отрыве от истории художника смысла не понимаешь совершенно. Впервые я это увидела, когда была на выставке «Дали» в Москве. Там рядом с каждой серией картин были комментарии во всю стену, о чем это и почему именно так. Сегодня в качестве примера работы Василия Кандинского. Вот первое. Одесса, порт, 1898 года. Все понятно. Одесса, порт. И вот поздняя работа. «Навстречу синему», 1939 год. Ага, «Навстречу синему». Понятно? Понятно?